снаряды там. Харковын işğaldan azad edilmiş Kutuzovka kəndində yerli əhali Ukrayna əskərlərini böyük sevinclə qarşılayıb. Bu haqda Kharkov Live Telegram kanalında görüntülər paylaşılıb. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Чего выживали все, как могли? Пожалуйста, только не бро, все побито, все разбито. Ничего нема живого. У нас было сначала 130 человек в подвале, потом выехала, осталось у нас 65 было человек. Я готовила себя дома кушать с Надюшей. Вот, кормили насколько могли. Сейчас мы остаемся, потому что у нас пенсионеры, которым некуда ехать. И дети, да. Ну, мы здесь в основном находились, поэтому мы с ними особо не контактировали. Зайшли в нашу квартиру, Забрали ключи. Зараз провезли вам.